Молдавский лей сдает позиции. По курсу Нацбанка евро укрепился на 6 банов и торгуется по 20.88. На бан вырос в цене американский доллар. Он стоит 17.65. Румынский лей отвоевал 2 бана и оценивается в 4.22. Украинская гривна на прежней позиции – 66 банов. Стабилен и российский рубль – 24 бана.